Ну что ж, всем привет, дорогие друзья. Это Сова, мы продолжаем с вами Миндастрить. Ой, в прошлой серии дошли мы, я уж даже не помню, до скольки боссов, если честно. Потому что это было несколько дней назад. Сейчас я включил, и как бы у нас 352-я волна. В общем, сейчас будем ждать следующих боссов, посчитаем их, чтобы у нас была отправная точка. Ну и будем дальше смотреть. Здесь, возможно, где-то... Возможно, вот эту всю хрень как-то придется перестроить, что ли, я не знаю, может, не придется. Причем нам же надо будет как-то еще дальше отбиваться. То есть, как, в какой-то момент боссов станет столько, что побить их будет уже не так-то просто. Если вообще возможно. А у нас еще есть ряд неоткрытых технологий, которые нам бы открыть бы не помешало. Так, один враг где-то остался, убейте его. Отлично, поехали дальше. Не знаю, на какой волне сейчас придет, потому что я не считал. Сейчас узнаем. Как раз пока мы будем это узнавать, глядишь, у нас боеприпасы дойдут до всего, до чего надо. А то что-то их тут немножко нету. Ну, наземных шансов нет. Я так понимаю, что наземных, в принципе, вот этой штукой тоже можно глушить, которая испепелитель. Но смысл в этом я лично особо не вижу никакого. Потому что вот эти штуки стреляют быстрее, заряжаются быстрее и убивают прекрасно. Так, 359-я волна у нас идет. Уже 190 врагов. Скоро они перестанут помещаться здесь. Что у меня с энергией, кстати? Энергия у меня до жопы. Отлично. Так, 360-е. Поехали. А вот и боссы. Так, сколько их? Сколько их боссов? Так, подожди. Сейчас мы вот этих убьем, и у нас останется количество боссов, и не придется считать вручную. Их 23. Так, 23 босса. Хорошо. Так, 22, 21, 20, 19, 18. Так, у этих сейчас патроны начнут заканчиваться. Так, меня интересует... О, да, вот эта вот штука. Две таких штуки даже. Так, еще один у нас остался. Убейте его, блин. Истребители не сильно горят желанием туда залетать, только если на них не нападают первыми. Ну, в принципе, ладно. Он у нас свалил, можно сказать, зассал. Так, давайте вот это достроим только. Бум. Ну, же хочу сказать. 23 босса это уже не хухры-мухры. Это не хухры-мухры, испепелители в принципе норм. Как бы примерно вот такие вот выводы у нас напрашиваются. Воды тут причем достаточно. Можем, кстати говоря, еще не такой испепелитель потом воткнуть, когда будет на что его втыкать, пока не на что. Так, о, еще самолет пролетели. Это, кстати, нехорошо. Хотя у меня тут перезарядилось уже, мне нормально тогда. Тогда нормально. Главное, чтобы мои ребята успели все это восстановить быстрее, чем все поломают. Ну, стабильно у нас, короче, разносят одну штуку вот здесь и будут разносить. Да и вообще-то и хрен бы с ней. Пока ребята отстреливаются, потом дальше их могут уже и, в общем-то, и вынести, и ничего страшного. Так, здесь у нас тоже ребята отстреливаются. Теперь они еще сюда дошли, нормально постреляли. Но у меня еще есть ряд блоков, которые даже не открывали огонь. То есть, например, вот эти. То есть, запас прочности еще пока есть. Так, сейчас мои самолетики установят нам тут всю инфраструктуру. А мы пока пойдем посмотрим, что тут у нас с производством, так сказать, этого самого сплава. Так, этого самого сплава у нас, кстати говоря, косарь. В принципе, это хорошо.
Так, сейчас у нас истребители пойдут строиться, поэтому у нас пойдет весь Кремний на истребители. Так, ладно, давайте мы тогда... Наверное, еще испепелитель один поставим сюда, что ли, не знаю. Так, вот эту вот штуку разберем. Так, да, теперь у нас насос будет фигачить вот так. Так, давайте теперь сюда... Здесь 4 на 4-то есть? Есть вроде. Так, здесь 4 на 4. Сюда мы тогда можем жахнуть еще один... Так, вот так вот мы его жахнем. Угу. Только вот так. А что тут нет жидкости? А, потому что он в другую сторону направлен. Как он может быть направлен? Это же труба, блин. А, и здесь еще этого не хватает. Все, я понял. Так, все. Жидкости теперь тут есть. Давайте еще сюда так вот поставим. Жидкости теперь тут есть, жидкости здесь навалом. Так, давайте вернем тогда наши кинетические стены назад. И застроим здесь такого парня веселого. Бум. Так, еще один испепелитель здесь лишним явно не будет. Кстати говоря, можно еще один испепелитель поставить сюда. Давайте-ка мы это сделаем. Так, еще трубу проложим. Мне просто нужен блок, который будет перекрывать всякое говнище чуть попозже. А перекрывать его придется. Так, вода поехала. Сколько-то они зажечь успеют. Здесь бы, конечно, неплохо бы криогенную жидкость забахать. Но здесь мы ее уже забахать не сможем. Пусть здесь стоит блок 4 испепелителей, это, в принципе, будет норм. За ними, кстати говоря, этот спектр тоже превратить в испепелитель можно, а можно не превращать. Но я, наверное, превращу, потому что, когда закончатся патроны, он единственный, кто сможет остаться стрелять в строю. Так, все, стрелки у нас готовы, здесь у нас все готовы, здесь не готовы только. Не готовы только тут. Здесь у нас проход через эту есть. Блин, надо где-то еще одно хранилище делать. Где-то еще одно хранилище. Где-то прям далеко, чтобы из него тоже все это дело шло. Но здесь нет нигде, блин, места для него. 3 на 3. Только вот здесь есть. Есть здесь место только тут. Может быть, здесь его и сделаем? Ну-ка, давайте попробуем. Потому что хранилище прям напрашивается. Так, ну-ка, как его туда так завести, чтобы... Так, можно попробовать завести вот так, а разгрузчик поставить вот здесь, например. А, ну это будет длин назад разгружать. Ты здесь разгрузчик хрен лысого поставишь. Ну да, он будет его гонять туда-сюда, это не очень хорошо. Так, давайте тогда вот так вот сделаем. А вот эту хрень, я не знаю, даже уберем, например. Так, просто здесь у нас тогда будет еще лишний косарь. Который можно будет сразу, а может быть даже через два разгрузчика. Не, не то. Который можно будет через два разгрузчика сразу отправить вот туда. Это будет так работать, интересно? Такое ощущение, что работать так не будет. Так, а через разгрузчик они проходить тоже не могут. Так, а если мы тогда возьмем такую вот хреновню, но развернем ее в другую сторону? То есть, типа, в две стороны он будет сразу пилить. А оно тогда будет назад через вот эту хрень возвращаться. Так, тоже говно. Выгодим ли мы что-то от этого хранилища? По моему замыслу, одно хранилище сразу почешет туда, а второе сразу пойдет вот сюда. Но тогда здесь бы, наверное, не помешало бы еще одно где-нибудь. Но здесь все разламывают. Так, а куда же его можно так запихнуть?
Чтоб прям было зашибись. Так, вот эти вот ребята у нас, в принципе, постреливают. Можно, в общем-то, запихнуть его куда-нибудь сюда, например. Или вообще не париться. Ну, в принципе, вроде как нормально. Но если его не будут сейчас разбивать, то, наверное, так будет побыстрее. Но это не точно. Так, здесь у нас катапульты. Здесь у нас... Так, здесь у нас только одна вот такая штука. Здесь и есть, и все. Так, а кто у нас еще постреливает? Вот эти ребята у нас пока еще особо не стреляли, да? Так, ладно, здесь у нас, получается, есть два хранилища. Надо где-нибудь еще одно промежуточное поставить. Можно, например, вот здесь. Так, можно, например, вот тут. Просто, чтобы больше накопилось за время, пока мы ждем волну. Так, а теперь поставим... Где он тут, разгрузчик? Блин. Так, поставим разгрузчик. Поставим вот сюда. Так. Здесь сделаем еще одно буферное хранилище тогда. Еще на 1000. Тогда у нас здесь будет большой блок пиротита. Так, здесь у нас будет большой блок пиротита на 1000. Здесь у нас будет еще 1000 пиротита. И куда-нибудь надо бы его еще запихнуть. Я, честно говоря, даже не знаю куда. Вот сюда, наверное. Чтобы еще и здесь был блок пиротита на 1000. Наверное, это, кстати, действительно будет нормальный вариант. Так, давайте мы действительно так сделаем. Так, сюда еще 1000 погоним. И где тут? И разгрузчик так поставим. А тут штуку загоним. Во, вот так давайте сделаем. Это позволит нам накопить довольно большой кусочек пиротита на всех направлениях, по которым в основном идет атака. Здесь хрен с ним, сюда на пасечки не доходит. Здесь как бы вот. Да, сейчас у нас здесь наполнится, потом как бы наполнится здесь. Ладно, пока она будет наполняться, я думаю, что мы можем немножечко босса пошерудить. Пойдем шерудить дальше боссов. Как раз пока будем шерудить, все это дело у нас поднаполнится нормально. Так, далее. А, опять эти. Так, да-да-да, мы готовы к такому повороту событий. Далее. 70, наверное, на 86 или на 96, на какой-то такой. Так, 74. 74 тоже не то. Так, 400 штук здесь скопилось. А здесь сколько? А здесь нисколько. Так, понятно. Нам еще по тому направлению, значит, копить. А здесь что? Так, здесь вроде как уже скопилось. Хорошо. А вот и боссы. Что-то не рановато ли они пришли? Так, они, кстати, по-моему... А, нет, все равно наверх полетели. Так, 24 босса. Окей. Так, сейчас ребята, наверное, отстреляются. Да, ребята отстрелялись полностью. Короче, ребята успевают отстреляться быстрее, чем их сносят. Ну, в принципе, что и надо. Что, в общем-то, и требовалось.
Где он? Ах ты тварь! Просочился все-таки гнида. Угу. Так. А как бы он вот сюда вот так вот не просочился? По-моему, он прям сюда метит. Прям метит, гадина такая, а? Чую, прям метит. Еще и конвейерную ленту мне здесь перебил. Так, где мои самолеты-восстановители? Так, ну они разносят все больше и больше. Но все-таки 24 босса — это не хухры-мухры. Поэтому удивительного-то чего там нет, по факту. Так, ладно, эта херня нас не сильно побеспокоит. Воздушных мы тоже всех отобьем. Короче, до следующих боссов надо теперь восстанавливаться хорошо. Так, давайте, ребята, которые отвечают за восстановление, занимайтесь делами. Мне надо вернуть к жизни все мои роевики, чтобы их перезаправить успеть. Им потом надо будет сделать, чтобы боссы с какой-то волны шли постоянно. То есть каждый раз у босса больше, больше и больше. Без промежуточных волн. Вот тогда будет вообще катастрофа. Блин, класс вообще. То, что они сами все устанавливают, это просто превосходно. А вот то, что у меня электростанция сейчас не работает, это не очень хорошо. Вмешаться? Или не будем вмешиваться? Успеют ли они восстановить? То есть, если я не вмешаюсь, успеют ли они восстановить эту конвейерную ленту? Вот в чем интересный вопрос. Так, ну-ка давайте-ка. Ну давайте, давайте, а то сейчас лента закончится. Ребят, энергии не будет, потом будет жопа. Не-не, никто не хочет установить. Ладно, подождем пока, время еще есть пока что. Все, восстановили. Так, здесь у нас еще пару блоков с насосами ушло. После чего ребята, наверное, перестали стрелять, скорее всего. Что-то еще, скорее всего, ушло, я так думаю. Так, что с энергией? Энергия должна начать выходить в плюс, по идее. А может быть и нет. Да. Энергия начала выходить в плюс. Так, хорошо. Давайте мы еще, знаете, что сделаем? Сюда и сюда поставим. Такой ерунде. Я еще хочу несколько больших солнечных панелей сюда жахнуть. Они из фазовой ткани. Фазовая ткань у нас вроде как присутствует. Они дадут нам немножечко дополнительного производства энергии, которое нам, в принципе, нужно. Если вдруг еще раз раздолбают что-то в этом духе. Так, но вообще это знак-то тревожный. На самом деле. Так, мы можем запихнуть сюда еще пару ужигателей. Но так-то, по идее, наверное, нам надо было бы... Так, что это у нас? Свинец. Надо было бы, наверное, еще, может, роевиков здесь присунуть куда-нибудь. Маловато их тут получилось. Прям маловато. То есть сюда уже долетают, и дальше, скорее всего, долетать будут. А здесь у меня довольно слабая система защиты. Хотя сюда можно испепелители навтыкать. Так, правда, их, конечно, желательно бы навтыкать на криогенной жидкости, а не на обычной охлаждалке. Но хотя бы даже на обычной охлаждалке будет ничего так. Так, давайте реально навтыкаем, что ли. Даже не знаю. Так, как мы их можем воткнуть? Давайте посмотрим. Сюда два, получается, не влезут.
Так, ну можем воткнуть, например, сюда. И два вот сюда у нас влезают. Так, и два влезают сюда. Значит, нам надо будет раздолбать вот это. И, видимо, раздолбать вот это в целью поставить еще доп. Насосов. Так, эта хрень сюда не ставится, да? А, ну все, подцепил вот так. Ладно, допустим. Так, давайте подумаем, как это будет. Значит, мы тогда поставим сюда испепелитель, сюда испепелитель, сюда испепелитель. Их надо будет подключить. Видимо, вот так. Так, ресурсы у нас на это, в принципе, вроде как есть. Так, ребятки, ребятки, давайте помогать мне. Так, а здесь у нас должен быть мостовое соединение. Так, сейчас мы испепелители достроим. Вроде как ресурс у меня есть на их достройку. Ресурсы-то есть, а вот насчет того, что это все будет работать в плане электрики, я не уверен. Так, вот теперь будет. Теперь нормально. Так, значит, нам нужен жидкостный... Кто там? Жидкостный, не перекресток. А... Мостовой трубопровод нам нужен. Давайте как-то так сделаем. Так, вода у нас пошла. Хорошо. Давайте поставим сюда... Так, большая фаза у нас. Что делает? Отражающий. Отражает большинство пуль при ударе. Давайте фазовые стены, которые отражают. Подожди. А вот эта стена... Накапливает. И выпускает случайным образом. Очень прочный блок. Вот нам нужны очень прочные блоки. Здесь. Здесь мы все заменим на очень прочные блоки. Как только они у нас будут в достаточном количестве, правда. Сейчас пока их нет. Так, ладно, здесь у нас несколько испепелителей. Допустим, все остальное мы попробуем прикрыть, чтобы неповадно было. Потому что этих ресурсов у нас до жопы. Если что, мы потом сюда испепелители воткнем. Так, теперь слой за слоем. Сейчас закроем еще и вот эту вот хреновню. Просто так ее не пробить, а сложно пробить ее будет, ну не знаю, сколько они будут пробивать. Короче, пока будут пробивать, может какие-нибудь истребители прилетят. Хотя что-то истребители желанием не горят воевать. Вроде как указана атака, они по идее должны бегать на патрулирование и атаковать, но ни хрена не делают. С чем это связано, хер его знает. Так, ну ладно, рядочек испепелителей у нас тут присутствует. Эти штуки все перезаправлены. Ну что, ищем дальше боссов тогда, наверное. Так, энергия копится. Ну, их прям много становится. Не то чтобы это было сильно опасно, но становится их прям много. Так, а может быть нам тогда прикрутить какой-нибудь... Раз что у нас здесь такая... А, здесь у нас уже есть. Сюда можешь прикрутить еще. Вот такую же штуку. Не, лучше, конечно, криогенную жидкость было бы подать. Потому что она больше всего охлаждает. Но криогенная жидкость у нас... Какая-то мешалка-то ее... Ой, требует соединять ее с титаном. Титан надо будет перекидывать... В принципе, недалеко. Ну, в общем-то. Вообще, можно было, на самом деле, криогенную жидкость-то, наверное, даже и сделать. Поставить какую-нибудь катапульту, туда запихнуть туда титан. В общем, не сильно большая проблема, так если подумать. Так, ладно, давайте мы это достроим.
прямо вот сюда вот ее подать, чтобы у нас здесь везде по вот этому трубопроводу ходила криогенная жидкость. Да? Хм. Может быть, это будет интересно. Тогда это будет дополнительная скорость стрельбы. Сейчас посмотрим, ладно, как боссы себя покажут. И как себя покажут пушки против этих боссов в ближайшее время. Потом тогда подумаем. Вообще, по-хорошему, наверное, можем намешать. Так, сейчас мы закончим вот с этим говнищем. Угу, так, закончим вот с этим говнищем. Так, поехали дальше. Летуны. Мощь. Так, ну это на изи. Это, я думаю, что тоже на изи. Так, боссов будет сколько? 25 сейчас, да, получается? Сейчас посмотрим. Так. Поехали. Так, сейчас вот этих убьем. Посмотрим, сколько боссов останется. Да, 25 боссов. 25 боссов, опять они попиздовали наверх. Ну ладно, давайте смотреть. Ну, а пушечка очнулась. Ну вообще что-то как-то недолго она стреляет. Такая пушечка-то не очень сильно долговечная, оказалось. Так, эта морозина здесь продолжает летать. А стрелять-то будете, нет? Угу. Не, ну не дурно. Ну, в общем, не дурно. Только очень долго прицеливаются. Очень долго прицеливаются. Я думаю, что, наверное, криогенной жидкости надо реально сделать. Потому что скорость прицеливания оставляет желать не то что лучшего, а вообще просто жесть какая-то. Так, в принципе, у нас здесь есть вода. Нам сюда только надо подать будет вот эту штуку. А для этого мы можем воспользоваться катапультой. Катапультой. Так, где она? Катапультой. Так, электромагнитной. Нам надо будет вот туда закинуть. Вообще не вопрос, мы можем отсюда это сделать. Так, хорошо. Значит, поставим катапульту. Вот сюда. Так, и будем через маршрутизатор в нее запихивать всякое. Так, предметы там пока ноль. Окей, значит, она у нас достает. Хрен знает, куда она достает. Куда-то сюда мы можем поставить вторую катапульту. И здесь рядом провести воду. Ну, теперь вот сюда поставим. Так, сюда ставим катапульту номер два. Из которой сейчас сделаем вывод вот такой конвейерной ленты. Так, теперь надо их соединить. Бух. Так, Титан поехал. Хорошо. Так, теперь надо на эту сторону поставить баки. Паки-паки и же Херувима. Так, вот это вот мы можем... Все расхреначить тогда пока.
Так, вот это вот тоже придется расхреначить. Частично хотя бы. И отсюда протянуть трубопровод. Куда-то вот сюда пока. Для начала. Так, что-то тут не то у нас получилось. Давайте вот так сделаем. Так, воды у нас теперь до хрена здесь. Хорошо, теперь нам нужна мешалка криогенной жидкости. Сколько нам их надо, только вопрос. Этих мешалок криогенной жидкости. Еще не должно же выходить как-то. То есть мы типа замешали сначала, а потом еще выход должен быть. А может нам вообще одной хватит? Нам хватит, может такое быть, чтобы нам хватило одной мешалки криогенной жидкости. Я так думаю, что, наверное, вряд ли. Так, давайте мы тогда туда загоним для начала водицы. Так, загоним туда водицы. После чего отсюда мы должны будем вывести. Так, еще здесь тоже неправильно. Здесь должно быть вот так. Так, и сюда маршрутизатор. Так, хорошо, отсюда у нас пошла криогенная жидкость, которую надо будет где-то в каких-то баках накопить. Да, здесь места на самом деле немного. Я думаю, что мы ограничимся одной, может быть, максимум двумя мешалками. Так, поставим здесь жидкостный бак. Вот такой. Такой жидкостный бак мы сюда поставим. Так, жидкостный бак, и туда замешаем эту самую криогенную жидкость. Как раз ее пока здесь накопится какое-то количество. И потом нам надо ее и будет использовать только исключительно против босса. Поэтому ничего такого здесь, в общем-то, в этом нет. Так, если мы, допустим, поставим сюда еще одну мешалку криогенной жидкости. Так, запихнем, допустим, в нее вот так. А здесь тогда поставим ща. Так, импульсный трубопровод. Вот. Нет, не импульсный трубопровод. Где-то тут был трубопровод, который. Вот фазовый. Да, и который у нас вот так вот все дело переводит. А, бля, что я поставил-то, господи. Так, не хватает водицы. Ну, понятно. Значит, фазовый трубопровод надо сначала делать вот так как-то, например. Тогда сюда пойдет... Да, пойдет сюда штука. Хорошо. Теперь нам надо будет просто взять и еще одну штуку сюда подрубить. Все. Теперь у нас есть две мешалки криогенной жидкости. Вот здесь. Остальное тогда можно все смело здесь залить, чтобы это быстро нельзя было расхреначить. Так, хорошо. Криоген у нас есть. Значит, нам надо отсюда выбрать воду тогда. Если у нас есть криогенная жидкость. А вот эта штука, буровая установка, охлаждается криогенной жидкостью? Или только водой? Бля, она охлаждается только водой. Так, то есть, если мы хотим чисто хреначить на кремнии, то нам нужна будет вода. А нам нужен кремний вообще? Вообще, вот эта вот структура нам здесь нужна. Сколько у меня кремния? Ну, кремния у меня, кстати, не так уж и много. Но я думаю, что мы можем пожертвовать скоростью и, в принципе, не запариваться. Поэтому так, давайте мы уберем отсюда вот эти мешалки. И мне надо как-то отсюда, получается, слить воду, да? Она не сольется. Так просто. Сейчас попробуем ее отсюда слить. Так, попробуем ее отсюда слить. Так, раскрою вот эти штуки. Так, воды здесь, получается, не осталось. Осталась она вот здесь, но это мне надо будет в обратную сторону прихреначить. Так, вот эти штуки мне вообще будут тогда, получается, не очень-то сильно нужны. Выходит так. Так, ладно, давайте попробуем сюда тогда подать эту самую криогенную жидкость через, наверное, фазовый трубопровод. Только мне все равно, даже если я делаю фазовый трубопровод,
Мне придется здесь расхреначить как-то, наверное, вот так. Так, фазовый трубопровод. Фазовый трубопровод. Это у нас где? Вот он. Он у нас пойдет сюда, потом пойдет сюда. Так, поехали дальше. Угу, так, отсюда у нас пойдет криоген. Который здесь сталкивается с тем, что здесь, блин, вода. Так, надо ее отсюда выкинуть, эту воду. Тогда у нас будет вот здесь криоген. Так, криоген у нас есть, хорошо. Теперь поставить здесь жидкостный маршрутизатор. И вот эту херню развернуть в обратную сторону. Так, вот отлично. Теперь у нас пошел криоген. А криоген здесь, да, не работает. У нас криоген здесь не работает, значит, мы это закроем. Нахрен здесь тогда нужен. Так, все вот это вот мы просто тупо берем и закрываем от греха подальше. Так, поехали дальше. Значит, нам надо теперь вернуть вот здесь назад. Вот здесь назад. Эта штука мне тоже больше не нужна, поэтому мы просто тянем ее сюда. Отсюда тянем вот сюда. Так, здесь у нас криоген есть. Здесь у нас неправильно было проложено. Так, и здесь в оконцовке у нас тоже ставится нет, не это. Ну, хотя, кстати, тоже можно было поставить, но я хочу вот так еще. Ох! Так, криогенная жидкость. Заполняется потихоньку. Ну, получается, что как бы на этом все. Вот у нас криогенная идет здесь. Криогенная идет здесь. Так, здесь сможем поставить фазовые стены, потому что чего бы и нет. Они у нас есть, значит, мы их можем поставить. Так, сюда тогда можно пока поставить тоже большую фазовую стенку на отражение патрончиков. Так, куда еще можем? Сюда еще можем поставить. Еще можем поставить куда-то сюда. Так, итого, у нас получилось здесь из пепелителей куча с криогенной жидкостью, которой, кстати говоря, что-то немного не хватает. Здесь ее прям нету. Так, а вот теперь есть. Так, криогенная жидкость дает нам скорость стрельбы здесь. Хорошую скорость стрельбы нам дает здесь криогенная жидкость. И мы можем ее отсюда запихнуть куда-нибудь еще. Так, роевики тоже криогеном охлаждаются. Да, криогенная жидкость нам тоже здесь, в принципе, может пригодиться, и мы можем ее использовать. Надо ли это? Вот большой вопрос. Потому что ее тогда будет, по идее, не хватать. Хотя, с другой стороны, мне это нужно будет только один раз пострелять. Поэтому, в общем и целом, давление здесь все избыточное. По идее, должно, может быть, быть и нормально. Но хер его знает. Короче, надо хотя бы по одному боссу, наверное, отстреляться. Потом посмотрим. Куда-то сюда вообще запихнуть, конечно, криогенной жидкости. Прям заманчивая перспектива. Вот сюда, например, вот в этот ряд прям поставить. Жух, вот так вот. Весь трубопровод с криогеном. Блин, может все-таки это и сделать? Нет? Или на месте намешать. Ладно, давайте босса следующего ждать. У нас здесь все починилось, все перезарядилось. Давайте ждать следующего босса. Бух. Так. 400-й. Так, это не босс. Ну, их прям куча, слушайте. Может, бомбардировщиков все сделать? Пусть они летают их бомбами. А хотя нет, подожди, они же в зону все равно не полетят. Не, бессмысленно. Наши в зону не полетят, эти из зоны не вылетят. А вот, кстати говоря, лечилку поставить можно. Где-то у меня тут есть этот самый ремонтный пункт. Вот ремонтный пункт сюда можно воткнуть. Так, он же, по идее, всех будет лечить, нет? Видимо, нет. Ну, что-то он как-то очень долго лечит.
Нет, такой ремонтный пункт нам не устраивает нас. Так, а как нам тогда... Так, вот ремонтирующий проектор. Давайте его тогда поставим. О, другое дело. Просто немножечко на острие атаки снизим нагрузку на нашего маленького ремонтного бота, который здесь летает. Ну, а, нормально. Так, а что он еще делает-то? Ускоритель. Понятно, ладно, это нам не надо. Без ускорителя разберемся. Так, идем дальше. Нам нужны боссы. Так, это же самоубийцы. Но самоубийцы просто не доходят. Они могли бы быть опасны, но нет. Ой, так. Что это у нас? Сколько там боссов? Боссов там 26 штук. Ну, сейчас посмотрим. Так, меня интересует, в принципе, как под криогеном будут стрелять вот эти штуки и нужно ли его подавать дальше. Так, и как этот самый криоген у нас будет заканчиваться? Что-то они не долетят, что ли? Блин, они не долетят. Только я хотел криоген посмотреть, а они полетели в другую сторону. Говнюки! Так, и остался у нас один. Ну, лети сюда-то, скотина. О, ребят, хоть постреляют. С начала игры ни пока мы не стреляли отсюда. Да, в отстрел они, конечно, идут мгновенно просто. И разнесли мне здесь опять полкарты. Ну и хрен с ней, ладно. Так, ладно, что, нам надо теперь тогда восстановиться, перезарядиться. Можно тогда на этом серию, я думаю, закончить. 26 боссов побеждены. В следующей серии что, пойдем еще кого-нибудь победим. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.